Грибной сезон в Югре ознаменовался новыми поисково-спасательными работами. В Нягане нашли потерявшуюся в лесу женщину. Она отправилась за грибами за 15 километров от города и внезапно перестала выходить на связь с сыном. На поиски отправились спасатели. Они осмотрели периметр и с помощью громкоговорителя обнаружили любительницу тихой охоты. Сейчас на подобные случаи дежурные группы выезжают еженедельно. В основном в лесу теряются пенсионеры. Конец лета всегда считался благоприятным временем года для сбора грибов. Однако МЧС советует не пренебрегать своей безопасностью, ведь потеряться могут и опытные грибники. Поэтому необходимо следовать своеобразному своду правил. В лес надевать яркую одежду, чтобы спасателям было легче ее разглядеть. Иметь при себе воду и спички, а также предупреждать родственников о своем походе. Любителям дикороса, то есть когда собираются в лес, необходимо при себе иметь заряженный телефон, ходить по знакомым местам. Примерно задавать себе ориентир, самый хороший ориентир – это солнце, то есть когда заходит, чтобы иметь представление, где находится солнце, чтобы по нему потом также можно было выйти.